Андрей Андреевич, слушая астропрогнозы, замечаю, что многое сбывается. Это программирование или небесная канцелярия указывает истину через специалистов. Стоит вообще этим интересоваться? Человек – уникальное существо, он может настроить свою жизнь своими словами, а может настроить чужими словами. Именно поэтому, если человек начинает доверять астропрогнозу, то этот астропрогноз может с ним сработать. Именно поэтому я хотел бы вам сказать, что слушайте астропрогнозы хорошие, которые предсказывают хорошие события, и не слушайте астропрогнозы, которые будут предсказывать плохие. Надежда Мурша. Какой способ применить, чтобы на работу приняли, не смотрели на гражданство, что нет вакцинации? Имеется, возможно, я неправильно применяю свое духовное имя. Ваш совет будет для меня ценным. Никакой. То есть, если условия работы или условия страны в протоколе прописывают, что каждый человек, который принимает другого человека на работу, должен проверить у этого человека гражданство и должен проверить его вакцинацию, то что бы вы ни принимали, сделать ничего невозможно. Это, знаете, как если бы вас схватили на месте преступления, вы бы говорили, что мне делать, чтобы отпустили. Гипноз применять и пистолет. Ну а в этом случае ни гипноз, ни пистолет вам не поможет. Именно поэтому, уважаемая Надежда, вам необходимо соизмерить свои, наверное, задачи и силы, ну и ехать в то место, которое называется Российская Федерация, для того, чтобы работать уже у себя в Российской Федерации, там, где не будут у вас спрашивать ни гражданство, ни вакцина.